сомнения нас не денут. Слышим, он не извиняется. Это Михаил Львович просто культурный человек. Внимание! Слово для приветствия предоставляется заместителю главы Харьковской областной администрации Логвиненко Алексею Степановичу. Дорогие участники турнира, дорогие гости, разрешите вас приветствовать на гостеприимной Харьковской земле. Оргкомитет сделал все для того, чтобы этот турнир стал ярким спортивным зрелищем, который, может быть, многие из вас запомнят на всю жизнь, как первую ступень к покорению кортов Уимблдона и всех тех спортивных арен, через которые, я думаю, что вам суждено пройти. Я хотел бы пожелать всем вам ярких сражений и достойных побед. С праздником вас! У микрофона дочь Марии Александровны Черницкой, Инна Михайловна Третьяк. Дорогие друзья, присутствующие и участники, очень рада приветствовать вас на турнире, который носит имя Марии Александровны Черницкой. Вы видите здесь сублимацию, воплощение человеческой мысли, мечты учителя и тренера, который мечтал о таком великолепном комплексе, и вот он реально, вы здесь присутствуете. Еще этот турнир необычен тем, что здесь вы видите воплощение одного из самых великолепных качеств – благодарности своего ученика Валерия Львовича Бурко своему учителю Марии Александровны Черницкой. Это самое великолепное чувство, которое может быть. Я вам всем желаю, чтобы это чувство всегда было у вас. А участникам я тоже желаю, чтобы самые яркие, самые дерзкие мечты воплотились у вас на этом турнире. И дальше шло это воплощение в великолепную реальность. Счастливого от начала турнира. Благодарю за это. Слово предоставляется генеральному спонсору нашего турнира, генеральному представителю корейской фирмы Daewoo Electronics в Украине мистеру Ли. Прошу. Я уже приезжал на такой же турнир в прошлом году. And also
Today I'm very happy to be here again. Я очень счастлив быть на таком турнире еще раз. First of all, no, I think I can say surely yes, we can expect world champions from this court in your country. Я считаю, что самое главное, что мы можем ожидать среди победителей нынешнего чемпионата будущих чемпионов мира в Армении. Thank you very much. Дорогие друзья, все волнуются, особенно те, которые готовили этот праздник. И я сейчас представлю участников. Но в связи с тем, что опыт прошлых лет показал, что представление немножко затягивается, поэтому мы для зрелищности сделаем это побыстрее. Итак, сегодня к нам на наш международный юношеский турнир «Мемориал Марии Александровны Черницкой» прибыли спортсмены из России, города Москвы. Прошу. Уважаемые зрители, вы не забыли еще москвичей? Аплодируем им. Любим мы его или нет, но он, я точно знаю, что многое сделал для развития тенниса в Белоруссии. Из солнечного Узбекистана к нам прибыла юная очаровательная узбечка. Где она? Прошу. Где она с бабушкой? Вместе с бабушкой, наверное, на трибуне. Украина. Город Киев. Столица. Одна, но, наверное, самая сильная. Юга Украины, из Симферополя. Раз. Из Ялты. Два. Товарищи, собирайтесь на курорт. Посмотрите, сколько ялтин дадут. Можете познакомиться. Дадут по сходной цене квартиры. Из Днепропетровска. Из города с огромными теннисными традициями украинского Северодонецка. Из Запорожья. Из Донецка. И рядом из Макеевки. У меня в списке почему-то Алушта застряла. Я пропустил, вероятно. Алушта! Измаил! Львов! Внимание! Мне подсказывают. И Харьков! Как говорят, на закуску я вам представляю двух юных спортсменов из Соединенных Штатов Америки. Прошу любить и жаловать. Они представляют Сан-Франциско и Монтерей. В
Внимание! Вместе с участниками, я уже говорил вчера на совещании, прибыли в основном родители, такова жизнь. Но я вижу среди гостей турнира, вижу наших выдающихся отечественных тренеров. И это в первую очередь я имею в виду наш украинский теннис. И в первую очередь хочу поприветствовать из Запорожья Сурена Гарикиновича Баладжана. Из Северодонецка Нину Ивановну Рыбалко. Из Ялты заслуженного тренера Украины Мартынюк Ляскала Галину Васильевну, которая в свое время воспитала Самченко Нейлан, Шахмурада Бориса Юрьевича и Волощука Алексея Валерьевича. Из Донецка Прохватилова Анатолия Николаевича, который покинул Харьковскую область, это для Харьковской областной администрации, несколько лет тому назад развивал теннис у нас в Змеевском районе, в Комсомольске. Из Измаила Зарубина Галина Ивановна. Ну и немножко опять на закуску. Сегодня у нас в гостях как тренер наш Михаил Ильич Франк. Кто знает его и кто не знает, прошу поприветствовать его горячо. Несколько лет тому назад USTA, Федерация тенниса Соединенных Штатов Америки, узнав о том, что в Харькове работает Михаил Ильич Франк, пригласила его для работы в Соединенные Штаты. И сейчас он развивает теннис в Сан-Франциско и приехал сюда с теми двумя маленькими теннисистами, которых вы сегодня здесь видели. Для того, чтобы продолжить наш праздник и перейти к нашему эксклюзивному теннисному шоу, потому что оно, в общем-то, на теннисных праздниках присутствует только у нас, я бы до этого хотел бы поблагодарить всех тех, которые приняли так или иначе участие и, самое главное, в подготовке и в организации этого праздника. Наш клуб, которому очень много... И открывая парад, открывая наши соревнования, заместитель главы областной администрации нисколько не сказал о том, что мы сегодня с вами приехали на наших машинах и шли сюда пешком в Харьковском университете, во дворе, которым был на ухабах. Теперь вы проехали мягко на своих колесах и прошли, не спотыкаясь. Спасибо областной администрации и Дзержинскому райисполкому. Жду ваших аплодисментов. Реагируйте быстрее, что все теннисисты. Я хочу, естественно, поблагодарить мистера Ли, который проделал огромную дорогу из Кореи сюда, в Харьков, прилетел, вероятно, и покрыл немалые тысячи миль, чтобы попасть вовремя на наш турнир. Спасибо ему. Я хочу также поблагодарить за подготовку и участие в организации нашего турнира Александра Санча Бендуса, Олега Борисовича Шпильмана, Николая Дмитриевича Лысенко, Евгения Александровича Назарова, Александра Ивановича Сотника, Юрия Анатольевича Сапронова, который, хотел сказать, спорился. Ролан Гароса прибыл сюда специально, не оставшись на банкете. Петра Андреевича Ющенко, Александра Ивановича Литкевича, чье участие вы сегодня видите, здесь и увидите еще и дальше, Игоря Сергеевича Руденко, Александра Владимировича Пончика, не знаю, есть он или нет, но в том, что стоит это здание, и его в основном заслуга, Михаила Николаевича Немировского, Марка Моисеевича Винарского, Валерия Николаевича Ломейко, Виктора Александровича Кузнецова.
Я хотел бы здесь поприветствовать наших почетных членов клуба: Юрия Яковлевича Помазана, Александра Николаевича Варакина, Ивана Алексеевича Замазия, Ольгу Викторовну Пятунину, Виктора Ивановича Косарева, Евгения Григорьевича Зубкова. Здесь профессор Евгений Михайлович Воробьев. Здесь доцент Владимир Алексеевич Золотарев, или уже профессор. Я прошу прощения, может быть, и переврал. Здесь Александр Андреевич Борисенко, он уж точно академик, и многие-многие другие. Я сегодня здесь вижу нашего ветерана украинского тенниса, который уже не один год помогает в нашем турнире, освещает наш турнир в украинской прессе. Это Юрий Николаевич Карцев. Юрий Николаевич, вы тут? Я думаю, что среди гостей находится Андрей Владимирович Алиференко, Николай Григорьевич Гормов из теннисного клуба «Парк». И медицина нам помогает и всегда помогала, и наши спины, и наши ноги. И, в общем, все то, что относится к этой части, прошу поприветствовать Геннадия Харлампьевича Грунтовского, который нам помогает много лет восстанавливать наших спортсменов. И последнее, всех трудно перечислить. Прошу прощения, здесь так много близких, полностью родных нам, вот такие, как Рита, приходят к нам в этом возрасте, и мы их начинаем учить. Браво! Зрители, аплодируйте, поддерживайте, учимся вместе с теми, кто на площадке, учимся сопереживать. Рита у нас играет примерно 10 месяцев, у нее все впереди. А сейчас Маша на площадку приглашается, Маша Рыжова. Ей 8 лет недавно исполнилось, во втором классе, живет на третьем этаже. Это, а кроме смеха, посмотрите. Апа! Браво! На площадку Максим вызывается. Максим под фамилией Атаманов. Ему 9 лет. Он в третьем классе. Той же школы, которую я закончил, кстати, смотрю. 36-й. Играет в теннис 3 года уже. Приветствуем! Мария Васильевна Мазурина, пенсионер, в прошлом адвокат. Теннис играет с 1960 года. Касьянов Виктор Дмитриевич, тоже ныне пенсионер, в прошлом заместитель главного инженера института Южки Прошат. Теннис играет с 1858 года. Я оговорился, 900. Это не страшно. В этом залог успеха. Товарищи, смотрите. Если вы хотите играть в теннис в этом возрасте, начинайте это делать сейчас. У вас еще все впереди. Постоянно участвуют в наших мероприятиях. Они почему-то называются «Дети с улицы». Внимание, пригласим их! Вам там снимать. Улетай, Дуся, улетай! Thank you.
находится под самый занавес, для того, чтобы мы не раздували наш регламент, под самый занавес пригласить сюда ветерана отечественного тенниса, человека, который прошел в теннисе абсолютно все этапы, имеет все медали и призы. Это Надежда Николаевна Спанцелетти. И я приглашаю еще одного маленького теннисиста, Сережу Авакяна. А ну, пожалуйста, покажи, Сережа, а Надежда Николаевна поработает с тобой. Ну, а где с первого мяча? Достать! Так, как вы думаете, сколько Сереже лет? 5? Нет. 4? Нет. 3? Нет. Не скажу. Сейчас узнаете, сколько ему лет. А ну еще, Сережа. Чтобы все присутствующие узнали, сколько Сереже лет, он вам сейчас сам что-то скажет, что-то расскажет. Прошу, Сережа. Играю в теннис целый мир, и старики, и дети. Наш мяч теннисный кумир летит по всей планете. Я до турнира не дорос, но твердо обещаю, хоть попаду в Роланд-Гаррос, я там не подкачаю. Сережа лет. Спасибо. Спасибо, Сережа. Становись в строй. Прошу. Внимание. Заканчивается наше торжественное открытие, наше шоу, наши речи. Я хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что вы помогли нам создать и организовать и участвовать в нашем празднике. Спасибо большое. Завтра с утра мы продолжим турнир. А сейчас участники соревнований пройдут мимо этих двух столов и получат по мячу новой фирмы «Уникор». Внимание, музыка.